Мур, привет, друг, это Зверько и ряд тестов, которые покажут, как сейчас работает красный баф. На дату выхода этого видео такого бафа в игре нет. Не пугайся, если у себя в игре его не обнаружишь. Итак, когда убиваешь нижнего драконида, к выходу этих изменений нижний бафовый монстр изменит свой внешний вид. Так вот, после его убийства ты получаешь красный баф. Он дает 38 чистого урона на первом уровне и 150 на 15 уровне героя. Урон вшивается в автоатаку, но давай посмотрим, одинаков ли он для всех. Проведем тесты на тех героях, которые у меня куплены на тестовом. Да-да, там надо покупать героев. Москов своей пассивкой, которая задевает вторичные цели за основной, не наносит чистый урон, лишь по первичной цели, поскольку дополнительные цели получают дамаг от пассивки, а это навык. Бэйн. По описанию, его круговая атака должна обладать статусами основной атаки, но при круговом ударе лишь одна цель получает урон от бафа. Ван-Ван. Разбивая щиток противника, наносит два показателя чистого урона от бафа и от разлома, но в ульте баф не работает. Леоморд. Как и у всех бойцов ближнего боя, его автоатака наносит урон по области, но дополнительный урон от бафа проходит по одному противнику. Также и в ульте, хоть удар и круговой, чистый урон пролетает в одну цель. Ханаби. Как и ожидалось, рикошеты не наносят чистый урон, поскольку это первый навык. Сан. Ни один из клонов не унаследовал баф, а жаль, было бы прикольно. Клауд. Второй навык не бьет бафом, а вот в ульте чистый урон сверкает довольно часто. Чаще, чем при автоатаке. Но стоит вместо одной цели поставить несколько противников, сразу заметно, что чистый урон распределяется с одинаковой периодичностью. Кроме того, баф не учитывает выстрел обезьянки, хотя то, что он вообще работает в ульте, уже хорошо. Кимми. Она настолько быстро стреляет, что баф срабатывает не на каждый выстрел, иначе это была бы полнейшая имба. И вишенка на торте, и Ритель. Стандартная тройная атака наносит лишь один урон от бафа, но если включить ульту и рядом будет несколько целей, то им всем будет наноситься дополнительный урон. Кому же пригодится этот баф? Он по сути для автоатакеров, и именно они могут реализовать этот баф в полной мере, или те, кто довольно часто и быстро бьют автоатакой. Надеюсь, видео было полезным и не будет магов, упорно бьющих этот баф. А чтобы не пропускать новые видео, подписывайся на канал и ставь лапки. Удачи, друг! Тупый яд, но так ушел, мертвый отряд. Они шли, чтоб победить, что любовь.